Добрый день, ребята! Ежегодно 5 октября отмечается профессиональный праздник всех педагогов – День учителя. Во многих школах в этот день проходят торжественные линейки и утренники, а ученики поздравляют своих преподавателей, дарят цветы и подарки. Раскрасить школьные будни любимых учителей можно интересной яркой открыткой, сделанной своими руками. Открытка станет приятным подарком своему наставнику или дополнением к нему. Я предлагаю вам сделать вот такую открыточку и поздравить своего любимого учителя. Для поделки нам понадобится цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей, нить для вязания. И можно скотч двусторонний, вот такой. Так, у меня бумага для скраббукинга. Можно взять желтую бумагу А4, картон. Складываем пополам бумагу. Это будет основа открыточки. Вот так. Берем зеленый картон, вырезаем вот такую деталь. 12 на 9 сантиметров, и приклеиваем к основе открыточки. Я буду клеить на скотч. Вырезаем из коричневой бумаги полосочки 9 на 12 и приклеиваем вот к этой детали. Это будет у нас школьная доска. Возьмем клей и приклеим. Уголки вот здесь мы обрезаем наискось. Вот здесь получится у нас вот такой уголок. Приклеиваем вторую. Получаем вот такую школьную доску. Вырезаем из желтой бумаги листья осенние и также приклеиваем к этой доске. Листики можно
купить готовое в магазине. Можно вырезать самим. Здесь можно приклеить. Затем мы из бумаги делаем шарики. Такие вырезаем из цветного картона шарики. Привязываем к шарику вот такую ниточку. У меня уже с ниточкой два шарика. А к одному мы привязываем. У меня вот есть такие детальки, бантики. Бантик можете вы сами вырезать, если нет у вас готового. У меня вот есть такие бантики. Ниточку мы подрезаем. На доске мы можем любой текст написать. На доске вы можете написать поздравление учителю вот здесь. У меня вот такая белая ручка есть, пишет белым, да? Можно написать поздравление учителю. Вот такая открыточка получается. Здесь вот у меня написано «С днем учителя, классная работа». Можете приклеить еще вот мел. Кусочек мела сюда. И еще вот здесь вы можете украсить стразиками. Развернуть открыточку и украсить стразиками. У меня вот такой стразик есть. Если у вас есть стразики, вы можете вот здесь украсить стразиками еще открыточку и написать текст пожелания. Наша открытка готова. Желаю вам успехов. Спасибо за участие.